Хай, народ, с вами я, Данфоб, и сегодня видео про сиреноголову. Кто это, с чем это и как это, сегодня я вам расскажу. Погнали. А перед тем, как я начну рассказывать, подпишись на мой канал. Если у тебя кнопка серая, то ты молодец. Если красная, то исправь эту ошибку. Все исправил? Молодец. И поставь лайк этому ролику, ведь я старался над созданием этого ролика. Так, начнем. Сиреноголовый – это гуманоидное существо. Это существо зародилось в радиации. Говорят, что сиреноголовый был человеком. Он не успел спастись от атомной бомбы. Этот человек хотел предупредить людей о взрыве и взял с собой несколько громкоговорителей, чтобы услышало больше людей. Но было поздно. Он лежал на сырой земле, перед его головой были динамики и много сломанных веток деревьев. Из-за радиации все это срослось. С головой и с телом, и он приобрел длинное худощавое тело. Он 12 метров высотой. Теперь он не видит, а только приманивает людей своими мелодиями, и его можно встретить в лесу, на заброшках. Он издает звуки о начале атомной войны. Этот звук он часто использует, и он заманивает людей звуками о помощи. Люди, услышав, идут на помощь, совершая при этом огромную ошибку. Сиреноголовый уходит вглубь леса, убегая от человека, чтобы человек пошел далеко, чтобы люди не услышали, как он убьет человека, ну съест и все такое. И человек идет за ним, и вот он таким образом пропадает. Когда сиреноголовый поймает свою жертву, то он приступает всегда с головы, в надежде вернуть свою. Еще сиреноголовый издает белый шум, отрывки новостей и голоса своих жертв. Зона обитания сиреноголового – густые леса. Выжидая свою жертву, сиреноголовый может не двигаться днями или неделями. Ну, а когда долго нету жертвы, он идет на охоту в заброшенные города или в деревни. Первое появление сиреноголового было в 1900 году. Говорят, еще у сиреноголового есть его брат, фонареголовый. Да. Если вы хотите, чтобы я рассказал вам историю про фонареголового, то 30 лайков и будет видос. Ну или обзор на этого персонажа. Еще раз я напоминаю о подписке, если же у вас кнопка красная, то это плохо, нажимайте на нее, она станет серой, и это будет хорошо. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, вам будет приходить уведомление, что у меня новое видео. И поставьте лайк, ведь я старался над созданием видеоролика. Ну, а на этом у нас все, с вами был я, Данфоб, всем удачи! Да пребудет с вами сила, не болейте, всем пока!